Очередную новинку внедрили в ОАО «Синьковщина». Впервые на Северапса посевной агрегат управляется без традиционного маркера, который помогает механизатору соблюдать точность высева семян. На тракторе установили своеобразный автопилот. На крыше кабины специальная антенна желтого цвета, в кабине монитор. Закладывается в память карта поля, и электроника управляет процессом. Стоит система 32 тысячи белорусских рублей. Как считает Максим Давыдчик, новинка купит себя за год. Приобрели одну систему, одну единицу систему, чтобы все-таки облегчить труд механизатора и улучшить качество производимых работ. Данная система, в принципе, нам была поставлена компанией «Белагробалтика». Ну, их данных систем много в Беларуси, но тем не менее мы воспользовались этой системой «John Deere». Поэтому на сегодняшний день она хорошо себя показала при севе рапса, особенно когда проводили сев засуху механизатору. Основная задача его на сегодняшний день следить за работой агрегата и вовремя развернуть и поставить трактор в загонку. В загонке трактор идет полностью, он не пользуется маркерами, он идет сам, автоматически. Механизатор здесь, в основном сегодняшняя функция механизатора, развернуть трактор, зафиксировать трактор в положении нужном, и дальше он работает без вопросов. А у нас, не знаете, есть в районе что-то такое подобное или нет? Или это первая ласточка? Скажем так, по району не скажу, но у нас это первое. И, в принципе, если мы уже видим эффекты данной системы и планируем в будущем еще приобрести на 2 единицы. Доволен системой и механизатор Сергей Прокопович. Что это за автопилот? Как он работает? Ну как, везде трактор, GPS-навигация, спутники сопровождают, разбивая поле на карты. Надежно? Все, конечно, очень хорошая штука. Намного облегчает работу механизатора? И она только везде, все, я не рулю, на разворотах только разворачиваю трактор и все. Выставляю на полосу, все, автомат включается, все, колеса ворочаются. Старые люди говорят, как дай бог тому человеку здоровья, кто его придумал.